Сегодня в программе «Путешествие по Москве». Мы продолжим рассказ о выдающемся архитекторе и реставраторе Петре Барановском. Библейские основы творчества Лермонтова. Беседа с филологом и историком русской литературы Владимиром Коровиным. Таинство венчания. Продолжение разговора священника Алексея Уминского с гостями программы. Здравствуйте, мы снова вместе. Мы продолжаем наш разговор о браке, о семье, о любви и о том, как эту любовь хранить. Прошу вас. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, а почему церкви разрешено таинство венчания до 3 раз? Почему именно 3 раза? И не является ли это противоречием? То есть вот это же ведь таинство венчания, оно единожды на всю жизнь, оно заключается как бы вот от начала нашей жизни, ну то есть вот от решения сочетаться с этим человеком и до могилы, до конца жизни. И еще каждый раз, когда человек вот 3 раза вступает, заключает вот венчание, это один и тот же процесс или оно отличается чем-то? Спасибо за ваш вопрос. Ну, вообще-то, строго говоря, брак может быть единственным. Так как об этом говорит нам Священное Писание, так как нас учит этому Христос, что Бог сочетал, человек да не разлучает. И Христос очень строго осуждает разводы. Если вы помните, в Евангелии настолько, что апостолы совершенно поражены вот этой строгостью Христового слова и говорят, ну раз так, то тогда лучше вообще и не жениться. Говорят они Христу. Ведь они говорят, что ведь Моисей же нам разрешил разводиться, давать разводное письмо. И Христос говорит, по жестокосердию вашему. И вот здесь можно ответить на ваш вопрос тем же самым словом. К сожалению, к величайшему, человек немощен и не в состоянии до конца всегда владеть собой, своими чувствами и своей жизнью. В принципе, в древние времена второй брак был разрешен для вдовцов, для овдовевших, вот, для людей, которые в молодом возрасте лишались супруга или супруги и хотели продолжить свою дальнейшую жизнь в семье. Не каждый человек способен к одиночеству, не каждый человек способен к монашеству или к такому сугубому воздержанию. И второй, и третий брак тоже был предназначен для этого, когда люди вдовели, когда люди лишались супруга или супруги. И всегда вот эти вот браки, вы задали вопрос, отличаются ли они от первого брака, они, да, отличаются даже по своему чину. Потому что второй чин венчания – это чин покаянный, в котором присутствует молитва покаяния о том, что человек не справляется со своей человеческой природой, что он не может быть вот до конца верен своей первой любви, что он, тем не менее, просит Бога покрыть милосердием его человеческую немощь. И такие люди, которые венчались второй раз или третий раз, они на какое-то время не могли причащаться святых Христовых тайн. Спасибо. Пожалуйста. Уместно ли венчаться, если для одного человека в паре это простая формальность? Нет, неуместно, конечно. Я думаю, что венчаться, если это просто формальность для кого-то из двух людей, это как-то, это на самом деле, к сожалению, такое бывает, когда к венчанию, ну, не принуждают, а хотели бы очень, чтобы родители говорят, ну, вам надо повенчаться, и поэтому у вас все будет хорошо. Вы, если повенчаетесь, ваш брак будет крепкий, у вас всегда будут дети родятся здоровыми. Ну, относятся к венчанию немножечко так по-язычески. Само по себе венчание, конечно, никогда не гарантирует человеку никаких преимуществ в браке, если он сам не стремиться в этом браке жить по совести и по закону Божию, и по заповеди, и по любви. А если кто-то к этому еще не готов, то ни в коем случае к такому таинству нельзя принуждать. Вы уже затронули тему того, что венчание, в принципе, довольно позднее таинство.
Ну, в том виде, в котором мы его имеем. В том виде, в котором мы его знаем. И, насколько я помню, вот в древние времена первые там христиане, это, по сути, просто люди причащались вместе, и церковь говорила, вот люди в браке, теперь вы должны, ну, наша община об этом все... Да, вот это муж и жена, совершенно верно, да. Да, да, да. Это было так. А вот вопрос, зачем тогда вообще вот сделали такое таинство? Ну, оно мне очень нравится, очень такое прекрасное, красивое. Вот. Но зачем тогда его так вот отдельно сделали в таком вот виде, в каком мы его знаем сейчас? Ну, вы знаете, в церковь в своем богослужебном порядке очень быстро развивалась в течение столетий Византийской империи. Если мы с вами обратимся к раннехристианской литургии, да, и вот к таинству преломления хлеба, то мы увидим, что оно совершенно не похоже на тот прекрасный литургический обряд, который мы видим сегодня. Пышный, яркий, с пением хора, с прекрасным облачением священников, с многообразными выходами из алтаря, с богослужебными сосудами прекрасными, когда с ладаном, с иконами, которые окружают молящихся в храме. То же самое произошло практически со всеми обрядами церковными, с таинством крещения, с таинством венчания, рукоположения и так далее. Церковь обогатила эти таинства внешним церковным праздничным обрядом. Я бы мог поподробнее рассказать о том, как появилась вот та форма венчания, которую мы сегодня имеем, но, к сожалению, это довольно долгий рассказ. Скажу лишь о том, что это появилось, к сожалению, к величайшему, потому что у одного из византийских императоров, по-моему, его звали Василием, была беда. Он трижды был вдов, и у него не было наследников. И вот церковь разрешила ему четвертый брак. Но этот брак не мог быть венчан в церкви, и он не мог причащаться, потому что он был, соответственно, четвертым браком отлучен от причастия. И тогда был разработан вот такой красивый обряд венчания, который мы видим сегодня, который происходил вне церкви, вне храма, вне причастия, вне литургии. Вот, специально для императора. Поэтому вот, потом этот обряд стали использовать богатые люди, дворяне. Обычный народ, в общем, к этому не имел отношения долгое время. А потом он стал для всех, вошел просто в церковную традицию, скажем так. А можно еще один небольшой вопросик по вот, да, предыдущему, да, развитию такое? Вот вы такую интересную мысль сказали, что, в принципе, церковь всегда брак государственный принимала. А вот такой вопрос. А если, например, вот этот брак противоречит каким-то вот христианским понятиям и канонам? Например, это там восьмой брак условно, или в Европе однополый брак. По идее же такой брак не может церковь принять? Как Нет, такой ситуации? Брак церковь не может принять. И в этом смысле мы с вами можем вспомнить о царе Иване Грозном, например. Сколько было браков у Ивана Грозного, у православного царя? Кто помнит, кто знает? А? 7. После четвертого Иван был отлучен от церкви. Несмотря на всю его грозность, несмотря на все его величие, вот, церковь не могла пойти даже на уступку такому грозному царю. И надо сказать, что царь Иван Грозный умер под церковным отлучением из-за этого. Вот. Это вот маленький исторический пример. А уж что касается того, что я не могу даже назвать это словом брак, вот этих пар гомосексуальных, которые пытаются узаконить свой брак через церковные таинства, это совершенно невозможно и богохульно, я считаю. Да, совершенно согласен. Спасибо. Спасибо вам за ваши вопросы. До встречи, дорогие. Ежегодно Красную площадь в Москве посещают миллионы туристов. Люди со всего мира восхищаются красотой архитектурного ансамбля, сохраненного стараниями реставратора Петра Барановского. Это человек, который горел своей миссией, своей работой, призванием. Архитектор, реставратор и, конечно, человек своей эпохи, непростой, но, тем не менее, мы, как жители Москвы уже современной, должны быть благодарны этому человеку за то, что он сделал за его труд. По инициативе Барановского
был создан музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева в Андронниковом монастыре. А также всем известный музей-заповедник Коломенское на юге столицы. Но вернемся на Красную площадь. И вот один из знаменитых памятников, существование которого в современном контексте города, по сути, тоже, да, так или иначе связано с Петром Дмитриевичем, это Казанский храм, один из первых храмов, который был построен после смутного времени. К реставрации собора Барановский приступил в самый разгар антирелигиозной кампании. К 1929 году были воссозданы древние кокошники и декор стен. Храму был возвращен первоначальный облик. Тогда собор удалось уберечь от сноса. За это реставратор поплатился свободой. Он был действительно репрессирован, ему пришили, так скажем, ведь и политическую статью. Там была речь о том, что он какие-то экспонаты утаил, с этого дела начиналось. А потом дело развернулось так, что ему чуть ли не покушение товарища Сталина приписывалось. Вот он реально 3 года в лагерях провел. В тот момент, когда Петр Дмитриевич вернулся из лагеря, стало известно о решении властей. Казанский собор подлежит сносу. И Барановский, которому было запрещено появляться в Москве, вновь пошел на риск. Он тотчас бросился делать обмеры, потому что для него это была жемчужина архитектуры. И этим всем воспользовались, когда вот в 90-е годы его восстанавливали. Это оказалось именно для церкви ценно. Репрессии и издевательские решения властей не остановили Барановского. Сохраненные шедевры древнерусского зодчества в Заряде – это тоже его заслуга. В середине 60-х годов 20 века удалось отстоять палаты старого английского двора, сохранить историческую застройку в южной части Китай-города. Я не знаю, сколько должно быть у человека сил, да, вот мужества, силы духа. И, наверное, это вот те качества, которые позволяли ему, хотя у него было много критических периодов в жизни, да, но он этот период переживал, отряхивался и продолжал свой путь. И вот этот путь, он его вел. Это Свято-Благовещенский монастырь в Киржаче во Владимирской области. Знаменитый архитектор-реставратор работал здесь и до своего ареста, бывал и после. Узнав от частного лица о том, что начинается поломка, как говорилось в документе, древнего Благовещенского собора, он бросил все дела в Москве, примчался в Киржач и остановил это разрушительное противозаконное дело. И таким образом, благодаря ему, этот храм не был разрушен. Здесь же, в Киржаче, в разгар кампании по уничтожению святынь, местные энтузиасты организовали церковно-бытовой музей, пытаясь спасти иконы и библиотеку. Какое-то время план работал, но в итоге и здесь понадобилось вмешательство Барановского. Погибла оставшаяся часть экспозиции музейной. Иконы 15, 16, 17 веков использовались как дрова. Также использовалась древняя библиотека, которую Соловьёвы передали еще в 19 веке в Народную библиотеку. Остатки этой музейной коллекции вывозил Барановский, вот, когда приехал сюда спасать от разрушения Благовещенский храм. А это Смоленская область, усадьба Хмелита, родовое имение Грибоедовых. В 1954 году усадебный дом, в котором был колхозный склад, сгорел. И на этом можно было бы поставить в истории Хмелиты точку, если бы не Петр Дмитриевич Барановский. Он определил усадьбу как памятник русского елизаветинского барокко и доказал необходимость восстановления здания. Всего за свою долгую жизнь, а Петр Дмитриевич дожил до 92 лет, подвижнику удалось сохранить более сотни памятников. Сам он говорил, что не просто реставрирует, а лечит сознание. Барановский нам передал вот эту основу русской культуры, которая через Священное Писание, через православную веру воспринимала мир и создавала шедевры искусства изобразительного, архитектуры и слова.
В противном случае, если бы вдруг мы представили, что все вот это вот наследие старины было бы уничтожено, может быть, была бы создана абсолютно новая культура, новый образ мысли, новая матрица построения картины мира. Но это была бы уже совсем печальная все равно история. Загадки происхождения рода Лермонтовых. Каким было религиозное мировоззрение поэта? Какие библейские сюжеты легли в основу поэмы «Демон»? Беседа с филологом и историком русской литературы Владимиром Коровиным. Владимир Леонидович, сегодняшней темой нашей беседы является жизнь и творчество великого русского поэта-писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. Понятно, что каждый из нас что-то знает о Лермонтове, и вот... Наверное, таким девизом, что ли, сегодняшней программы или рефреном является неизвестный Лермонтов. Расскажите, пожалуйста, из какого рода происходил Михаил Юрьевич Лермонтов? Какое воспитание он в детстве получил? Ну, как, наверное, знают наши телезрители, Лермонтова воспитывала бабушка. Мама его умерла, когда Лермонтов был совсем юн. С отцом Лермонтовым, бабушкой он был разлучен, и отец тоже скончался в довольно раннем возрасте. Лермонтов, юноша, гораздо больше знал о родственниках и предках со стороны бабушки. А бабушка в девичестве принадлежала к фамилии Столыпиных и принадлежала к тому же роду, которому будет принадлежать и Петр Аркадьевич. Общеизвестный, да, Петр Аркадьевич Столыпин, премьер-министр в начале 20 века, трагически погибший. Так прихотливо складываются родственные ветви, что это Петр Аркадьевич Столыпин, который родился там, через 20 лет где-то после гибели Лермонтова, Лермонтова доводился троюродным братом. Понятно. По родственным связям. А вот, собственно, о роде Лермонтовых, о роде своего отца, юноша Лермонтов знал совсем немного. Меньше, чем ему хотелось бы. Ему приходилось фантазировать. В частности, вот он, 14-летний Лермонтов, читает драмы Шиллера, находит там персонажа герцога Лерма, исторический персонаж 16 века, который подавлял восстание в Нидерландах и начинает фантазировать насчет испанского происхождения своего рода, своей фамилии. И отсюда испанские мотивы в юношеских стихотворениях Лермонтова. Отсюда драма, которую он сочиняет, испанцы. В общем, тогда Лермонтов думал, что... Он испанец. Что он испанец. Да? Но позднее он в этом разочаровался. Но в действительности происхождение рода Лермонтовых не менее романтично, даже более. Да? Действительно, он потомок выходцев из Шотландии. Георгий Лермонт в начале 17 века поступил на службу к московскому царю. Сын его принял православие. Ну, в общем, Лермонтов – представитель уже 200-летнего старинного русского дворянского рода. Шотландскими корнями. Ну, да, шотландскими корнями, шотландского происхождения. И вот к тому шотландскому роду якобы принадлежал один старинный, полулегендарный, средневековый шотландский поэт. Но Лермонтов об этом не знал, об этом догадались, или это выяснили, или это присочинили позднейшие исследователи. А жаль, Лермонтов бы наверняка извлек из этого какие-нибудь поэтические темы. Когда в 18 веке присваивались гербы дворянским родам, в гербовую книгу Российской империи род Лермонтовых был внесен в 799 году. Вот, там был присвоен ему девиз, что может быть любопытно для читателей. «Сорс меа Иисус».
«Судьба моя, Иисус». Мы можем сказать, что Лермонтов был религиозным человеком? Так или иначе, всякий, кто знаком с творчеством Лермонтова, а таких большинство среди наших телезрителей, все в школе Лермонтова читали, все обращали внимание на то, какими категориями мыслит поэт Лермонтов. Ад, рай, демоны, ангелы, посмертное воздаяние. Система координат, в которой мыслит Лермонтов, начиная с юношеских своих стихов, представление о мире, представление о Божьей воле, что, ну, вот, допустим, Мережковский, один из писателей Серебряного века, сравнивал Лермонтова с Иовом, который задает Богу вопросы, заявляет претензии, но в то же время ни на секунду не сомневается ни в бытии Божьем, ни в его всемогуществе. Тогда давайте перейдем к самой известной поэме Лермонтова «Демон». Известно, что было 8 редакций, да и они восстановлены, 8 редакций этой поэмы. А на протяжении всей жизни, наверное, Лермонтов работал над этой поэмой, менялся сюжет. Почему Лермонтов все время менял сюжет, менял духовное наполнение этой поэмы? Ну, действительно, поэма «Демон» — это одна из главных поэм Лермонтова. По крайней мере, именно та поэма, над которой он работал очень долго. Первая редакция была создана еще 14-летним Лермонтовом, последняя — в 838 году. Ну, кстати, и Лермонтов не стал публиковать последнюю версию поэмы, которая, в принципе, была завершена, прочитана при дворе в присутствии Александры Федоровны, супруги Николая I, его дочери. Они были поклонницы поэзии Лермонтова в самом начале 1939 года. Лермонтов мог бы ее напечатать, но не стал этого делать. По всей видимости, он остался неудовлетворен тем, что у него получилось, и у него было намерение еще раз вернуться к тексту этой поэмы. Образ демона у Лермонтова вырастает из литературной традиции, да? И вообще эта тема о возвращении злого духа на небеса через любовь к смертной женщине. Лермонтов берет из европейской, в том числе уже и русской литературной традиции. Например, была такая поэма Андрея Подолинского «Див и Перри». Но в ранних редакциях поэма «Демон» — это романтическая, байроническая поэма, где главный герой является заместителем автора, альтер-эго его, своего рода маской. В ранних редакциях забавно демон именуется «Демон молодой». Да. А вот в поздних редакциях, созданных в 1938 году, это 6-я, 7-я и 8-я редакции, мы их называем «кавказскими», не по месту написания, а по месту действия. В ранних редакциях действие поэмы происходит в неком абстрактном пространстве с монастырем. Там есть монахиня, которая искушает демон. А вот в кавказских редакциях появляется уже героиня как значимое действующее лицо. Она обретает имя. Место действия становится конкретным, это Грузия, и это не монашенка, это невеста на выданье. Демон сначала подстраивает гибель ее жениха, а уже потом приступает к ее соблазнению. В таком виде сюжет демона в последних редакциях соотносится с библейской книгой Тавита, да? С историей Тавии и Сары, ну, желающие могут посмотреть. Не так много историй о любви демонов к смертной женщине в Библии. Вот именно там, только там и есть. Там есть лукавый демон, как в церковнославянском тексте. Асмодей, особенный недруг брака. Вот он любит некую Сару и убивает ее женихов. По сравнению с тем библейским демоном, лермонтовский демон очень добрый. Он всего только одного жениха убивает, а у того там счет идет на десятки и сотни. «Демон» в последних редакциях — это поэма о духе зла,
И это поэма о Тамаре, а не о демоне, который как бы несколько потесняет демона с места главного героя поэмы. Тема поэма... сопротивления человека вот этому искушению. Да. Она обретает как бы черты таких средневековых мистерий, как особый жанр, о прениях небесных и адских сил за душу человека. Да. В конце мы и видим ангела, который несет в последней редакции Тамару в рай, демона, который пытается помешать. Владимир Леонидович, большое спасибо вам за эту очень интересную беседу, в которой... Несомненно, наши телезрители услышали что-то новое для себя о жизни и творчестве великого русского поэта. Спасибо. Спасибо за внимание.